давай посмотрим, что тут у тебя. Смолин, а где твое домашнее задание? Я думал, что его к четвергу надо было готовить. Значит, не сделал. Кто еще, как Смолин, не готов к уроку? А ну, признавайтесь, а то по списку пойду. Понятно. Почти весь класс. Всем двойки. Но, Татьяна Александровна, это нечестно. А что тут нечестного? У вас было домашнее задание, вы его не сделали, а теперь удивляетесь результату? Будет для вас уроком. Нет, ребята, так жить невозможно. Наша добрая Татьяна Александровна совсем испортилась. Да, испортилась. Что делать-то? Я скажу, что делать. Раньше ведь Татьяна Александровна нормальная была? Да, нормальная. Надо узнать, что у нее в жизни произошло, что ее так озлобило, а потом устранить это. Точно. Я вам говорю, нельзя это так оставлять, а то превратится наша милая русичка в Аглаю Константиновну, станет новым Цербером. Ребята, Цербер идет. А это что еще за сборище? Ну-ка, все на урок, бегом! Пожалуйста, что мы сегодня не готовы были. Вы выглядите такой расстроенной, что нам совестно. Правда? Я так выгляжу? Да, извините нас. Ой, Машенька, да это не в вас дело. А что такое? Если А класс достает, я с ним поговорю. Нет, не надо. Я просто очень устала. Ну что вы, Татьяна Александровна, вам себя беречь надо. Ой, да какой там? У меня одни диктанты, контрольные, проверочные. Вот и зря. Хотите, мы с девчонками вам поможем проверить наш последний диктант? Нет, не надо. Действительно, моя усталость не должна сказываться на ваших оценках. Я разберусь. Спасибо тебе большое. Ну, мне пора. Она уже опаздывает на 7 минут. Ха, видимо, совсем расслабилась. Так, в связи с тем, что ваша любимая Татьяна Александровна взяла отпуск, занятия по литературе в вашем классе буду вести я. Что ж, начнем с проверки домашнего задания. Идем по списку. Агеева, к доске.